совершенно яблони и груши. Так вот, Ирина Александровна, когда-то, если вы мне поверите до конца, потому что существует гигантский механизм по борьбе с грибами. Вы уже, большинство из вас уже знает мою точку зрения. Я один на всей планете знаю, что парша, она это не растение, это никакое не грибковое заболевание, не опасное, вообще никакое. Вот, она не поражает листья, она не поражает плоды. Листья загнивают, листья болеют, появляется мертвечина. А для того, чтобы мертвечину... Знаете, еще я вынужден сказать, потому что когда-то это будет, войдет уже в одну из Нобелевских премий. Почему? Потому что вначале надо понять, вначале было слово. Вот эти слова звучат так. Смотрите, что мы знаем про природу? Это очень важно. Может, сейчас кто-то отключит компьютер, но ниже все равно будет еще куча разных полезных советов. Ну, как мы успеем? Осталось 40 минут. Но это важнейший момент. Так вот, я говорю для Савиньевича Ленсана, я сказал, что я не вижу сейчас другого человека, который бы это можно было бы продолжить эту тему, но уже с помощью экспериментов. Смотрите, парша это одно, ну, вспомните десяток названий, там, я их даже боюсь повторять, а то окончательно разбежитесь. Главное, что деревья бывают здоровые, бывают больные, бывают заболевшие. Вот. И от этого у него разное состояние, разные проценты омертвления этой самой ткани. Естественно, тут за работу берутся грибы. Они не враги, они выполняют свою честную работу. Как-то сложилось, что я помню со школы. Я не сейчас учебников не листает, мне некогда. Просто застряло в голове, то и есть. Со школы я помню, что, значит, из чего состоит вся живая материя. Я мхи, лишайники, я не буду там они, ну, в общем, ладно, я еще проще. Мхи, лишайники, грибы, так, растения, животные, вершина человека, само собой, так, растения, животные. А, насекомые, вот. Вот это основное. Среди них грибы занимают свою нишу. Какую нишу? Это самые главные труженики. Все умирает, и они умершие переводят в состояние для того, чтобы это их часть работы, пищевая цепочка, для того, чтобы снова можно было накормить здоровое растение. И это продолжается вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А человек вмешался в этот процесс. Но вмешался по-дурному. Я серьезно говорю, посмотрите, надо же накормить червей, надо накормить грибы. От гриб... Когда человек берет, ну, я еще вынужден подробно говорить, показывает нам по телевизору эти же так называемые феи. Она берет грабли, это занимает у нее 10 секунд, нагребла немножко это самое, опавших листьев. Вот, листья, мол, это надо убрать, вы заметьте, да? Ну, тут я цитирую сам себя, что грибы эти, черви или уйдут, или умрут с голоду, ну, грибы тоже остались без еды, это факт. Потом она говорит, теперь берем вилу и начинаем нажимать на вилу, дергает ногой, нажимает на вилу, теперь мы подаем туда кислород. А после этого она идет за своими серебряниками, да, ну, там зарплата подоспела. А человек, а у нас же хватает этих самых, он считает, если теперь не уберешь эту листву, значит, все, прощай, сад. И он вынужден матерясь убирать листву. А теперь возьмем, что у него 5 соток. Давайте прикинем, что такое 5 соток. Это 10 на 50. 50, я бы скажу, ну так, я примерно 5 на 10, да. 500 квадратных метров. А теперь, ну это еще ладно, он может сцепить зубы и 500 квадратных метров убирать листву, если у него нормальный сад из нескольких десятков деревьев. Вспомните, там советуют между деревьями 6-8 метров, ну так получается, меньше полусотни. И вот он, значит, сгреб, а теперь берет вилы, а вы попробуйте эти феи, один квадратный метр, а еще показано, на каком расстоянии она втыкает, а теперь все сад. Вы же это, червей избавились, которые это самое обеспечивают воздухообмен. Ну не дураки, а людей-то за дураков держите.
Вот. А потом приходит парша. Как она приходит? Дерево, которое имеет искусственное, как бы в искусственном саду, в каких-то дебильных условиях, это вспоминайте, там перекопка, эти самые, ну, вот такое вот, да. Вот. Оно обязательно 100% начинает болеть. Обязательно, оно не может не болеть. Вот тут-то и приходят грибы. Почему? Не грибы жрут эти листья. Вот смотрите, вот я обнаружил вот такое вот рыженькое пятнышко. Вот видите? Вот. Возможно, это просто еще мертвевшая ткань. А возможно, а грибы они сразу, у них роль такая. Они начинают сразу уничтожать. Вот умершая яблонька, видите, вот она умерла. Ну, может, по какой-то причине, может, задели, может, она просто обломалась тут. Вот кто-то, видите, пытался спасти, подвязывал. Не помогло. Вот теперь роль грибов. Пока они вот такие, молоденькие еще, еще это. Но как только начнут загнивать, появятся грибы. А грибы считать виновниками абсолютно нельзя. А почему это страшная ошибка? Сейчас я вам объясню. Пойдем дальше. Ну, это чисто по-железовски. Люблю вот так вот. Вот, якобы болезнь. Ага. Теперь вот, Елена Александровна, я хочу дальше, чтобы вы знали, для чего я это говорю. Дело в том, что вы, побывав в саду, вы уже после этого на меньшее не можете рассчитывать, да? Вы можете еще лучше выращивать плоды, еще роскошнее. Меньше вам уже нельзя. Вот. А в этом саду, я вас беру в свидетели, ну, даже на этом фотографии видно, никаких грибов нет, и грибы только на морозобойных. Причем с ними бороться нельзя, они мертвечину слизывают так образно. Вот. Почему я говорю? Дело в том, Александр, что я свое уже практически, мне рассчитывать не на что. Мое отношение к науке известно. Ждать, пока придет новый президент Академии наук, который мои слова не воспримет с оскорблением, да? А сегодня наука не знает. Итак, это для вас я итог на сегодняшний день. Миллиарды рублей каждый год. Что имеется в виду? Это не миллиарды, это на самом деле еще невидимые миру слезы, и речь идет о сотнях миллиардов, о целых бюджетах институтов, целых бюджетах областей. Почему? Потому что набегает такая страшная цифра. Это саженцы, которые миллиарды отдали люди этим перекупщикам, а садов нет, раз. Если посадили и начали расти как там, помните, штамп, это значит практически уничтожить дерево. До 130 сантиметров штамп, а там еще и оказывается еще теплее, еще можно дальше делать. Вот, все это рушится, потому что представить себе на полутораметровом штампе вот такую крону, это до первого урагана, а не обязательно бывает. Мозгов нет, чтобы вот это сообразить. Что школа-то для чего? Рычаг Архимеда. Дайте мне рычаг, сказал Архимед, и я переверну планету. А тут три раз прошло и тысячи. Это не только еще это. А это еще зарплата огромного количества людей, которые занимаются тупой ненужной работой. То есть, по моим понятиям, опрыскивая, не опрыскивая, толку не будет, дерево умирает. А это еще не все. Это еще купленные ядохимикаты. Подкормим. Дерево умирает. У него 90%, я говорил, сгнивает штамп и корневая шейка. Об этом не знает никто. Он будет стоять возле гнилого дерева и кормить его. Ну, представьте себе, человек лежит в реанимации, да? Реанимация. Он умирает. Ему меряют пульс, то еще, ну, капельницу. А теперь представим себе, что его туда берут, привозят под нос, а на нем, допустим, еды, ну, где-то на месяц. И давай открывает ему рот, но он же умирает, его надо спасать, и в рот туда впихивает котлету, потом вот такой вот, это самое, круг колбасы, туда. Вот так это выглядит. А еще будем отливать, есть такой дебильный способ, называется отливание деревьев. То есть, примерно в 100 раз больше воды дать, чем нужно дерево. Чтобы полностью задохнулись корни, сгнили там грибы, там все эти черви сгнили, если не успели убежать. И вот это вот подкормки, ядохимикаты, это еще миллиарды. Это гигантское все. А еще, что будет дальше? Смотрите. У нас есть такое понятие. В общем, короче, сотни тысяч тонн ядохимикатов в садах.
Они где оказываются? Они догубливают. Они догубливают, такое слово применил, деревья. И все это оказывается где? И только из-за одной ошибки, что я, а теперь вы, Елена Александровна, не знаете, только мы знаем, что на самом деле грибы живую ткань не трогают. Это постулат основополагающий. И все это глупость. Тысячи диссертаций и книг посвящено этому. Борьба идет, это же ужас. Это, да наберите, вы посмотрите, весь мир борется с грибами, которые ничем не виноваты. Вот. Ну ладно, там помните этот анекдот, когда жители Габрово отрубали эти самые кошкам хвосты, чтобы зимой они быстрее проскакивали и не выпускали холодный, не пускали с собой холодный воздух. Но это шутка. А здесь все творится. И вот есть еще такое, смотрите, если начать этим заниматься, да, начать всерьез, то это дальше легко. То стоит только этот постулат признать за истину, так, это уже доказать, а доказать-то надо. Им доказывать не надо. Они как слепые котята, они видят это самое, как те слепые ощупывали слона. Кто-то хобот пощупал, кто-то ногу, а кто-то хвост, а кто-то еще, наверное, какое-то место. Вот. Понятно. Вот так примерно наука себя ведет сейчас. И вдруг, Елена Александровна, понадобится такой момент. Значит, доказать, что они не трогают ткани. Тут все-таки это уже лабораторная работа. Просто на том направлении не думали никогда. Они изучают, чем отличается гриб А от гриба Б. Гриб на яблоне отличается от гриба на абрикосе, знаете. Ах, это сальмонеллез. Тьфу ты, господи, это уже из другой оперы по Фрейду. Вот. И вот получается, что когда включается... Ну, то есть теперь эта истина такая, что переломить ее может только один человек. Но этот человек станет Нобелевским рядом. Вслед за, знаете, зачем? Сейчас я чуть-чуть пролистаю. Нет, я буду по порядку идти. А тогда время хватит, нет? Вот. Я вам хотел привести, Елена Александровна, вот этого человека, да? Вот, Нобелевского лауреата. Это очень важная тема. Ладно, я тут много пропускаю ради этого. Вот. Ой, нет, это далеко еще до нее. Далеко еще до нее. Ладно. Наверное, доберемся до следующего. Пока поверьте, что человек стал Нобелевской женщиной. Стал Нобелевской лауреатом только тогда, когда она все стала делать наоборот. То, чего я сейчас вам предлагаю. И вот стоит только доказать, что не просто гриб отличается от гриба, что якобы один жрет яблоню, другой мелёз жрет абрикос, ну, это вишню, а третий жрет этот самый гриб-тортовик жрет абрикос. Это все не имеет никакого значения. Никакого. Это очень важный момент. Вот, потому что вы будете заниматься своим делом, вот, никто вас пока в эти близко не подпустит, то туда, где распределяют эти самые будущие места. Знаете, показали, как здорово звучит. Выбрали несколько сотен человек, назвали резерв, из них уже выбирают губернаторов и министров, да? Вот. А селекцию они прошли. Вот передо мной лучшая этот самый выпускница, краснодипломница, да? Вот. Она может попасть в тот круг? Показать кукиш неудобно. Нет, наверное, не может. Значит, остается только так. Верить, что когда-то придут наши и взяться, Елена Александровна, за лабораторную работу с грибами. Может, это выглядит как сказать, неплановая работа. Вот. Но только эта работа может дать Нобелевскую премию. Почему? То, что я описал, вот это вот гигантское. Ведь когда Путин сказал, что нам нужно увеличить возраст дожития, знаете, как звучит? Подло для пенсионера, возраст дожития. Вот. Чтобы они подольше еще пожили, срок увеличить. Он понятия не имеет вот об этом. Ни он, ни министры его, никто, ничего. Вот этого не знает. То есть это нормально, что иначе не будет плодов, если мы не будем сотни тысяч тонн лидохимикатов. Я показывал на прошлом вебинаре, помните эти опрыскивания, что у Путина на столе отравленный виноград, и все остальное тоже отравлено. Вот что хотел сказать. Вот это основополагающее. Грибы, союзники, на дереве их принадлежит почетная роль. Почетнейшая роль.
Если бы не было вот этого абсолютно здорового сада, я сделал сотни фотографий. Настанет осень, начнут жухнуть листья. Придет пора грибов. Начиная с сентября, листья начинают портиться, солнце меньше, день короче, холоднее. Вот. А еще бывают осенние засухи, и начинают листья портиться. Пришла пора грибов. Все идет своим чередом. Вот. Летом грибов нет, или насадно, если бы у меня это, если я был виноват, а еще в саду практически нет вредителей, а еще в саду практически нет дырочек на листьях, еще в саду, или почти нет. Значит, нет тучи насекомых этих. Только потому, что максимально здоровый сад. Вот. Теперь остается только взять и лабораторно, а вы уже понимаете, о чем речь идет, доказать, что грибы не жрут вторую ткань. Это поддается исследованию. Вот это я к вам обращаюсь. Потому что это важнейший момент. Вот. Только тогда, когда вот это мы докажем, вот, в своей Нобелевской речи, которую вы будете произносить обязательно, вы скажете: вечная память моему учителю. Так, то же самое. Я почему вот это? Это один из тысяч литературы. Ну а где они режут глаза? В Яндексе. Заходишь в Яндекс узнать новости и читаешь: парша, яблони, груши, грибная болезнь. А так как у них мозгов нет, то они пишут косточковую культуру. Почему мозгов нет? Потому что яблони и груши – это семечковые культуры. А они просто, ну как сказать, вот, отлично помогают. А почему они про эти препараты? Потому что они их рекламируют. Это еще раз, это не свои серебряники зарабатывают. Я просто не мог не выдержать, чтобы это вам не это самое. Это не просто статья, где дурь пишет штампы 1,5 метра и выше.